Вслед за Кишиневым и Аргеевым огни на главной рождественской еле города зажглись и в Тараклии. На церемонию пришли сотни людей. Новогодняя ярмарка считается официально открытой. Добро пожаловать! На центральной площади Тараклии открыт фуд-корт. Гостей угощают блюдами, традиционными для юга Бессарабии. Болгарская кухня состоится с кавармой и горячее вино с перцем. Красным перцем и черным перцем. И каварма состоится из баранины. Именно с бараниного мяса, чтобы баранина мясо на самое вкусное. Сегодня где-то 12 баранов. За много лет. Это первый раз у нас в жизни. Рождественский городок создан в Тараклии впервые. Местные жители этому очень рады. Первый раз именно так оформлено красиво. Предновогодние праздники, они тонизируют к настоящему новогоднему празднику. Все хорошо организовано, очень ярко, детям нравится, у них глаза разбегаются, и взрослых, наверное, тоже. Очень красиво. Спасибо всем, кто организовал. Еще так у нас не было в Тараклии. Первый год, вот сколько я здесь живу, 5 лет, это первый раз вот такое вот. Красочно, и деткам довольно. Новоизбранный мэр Тараклии Вячеслав Лупов пообещал, что проведение рождественской ярмарки впредь станет традицией. В Тараклии не проводилась много лет рождественская ярмарка, и мы, так сказать, дали старт этому хорошему начинанию. И я думаю, что отныне каждый год ярмарка рождественская будет встречать тараклийцев и гостей города. Завершил церемонию концерт хедлайнером стала группа «Махагон».